15 февраля 1945 года. В течение 15 февраля в Восточной Пруссии, южнее Кёнигсберга, наши войска вели наступательные бои, в ходе которых овладели 8 населенными пунктами. Войска 2-го Белорусского фронта, продолжая наступление, с боем овладели городами Хойница и Тухоля, крупными узлами коммуникации и сильными опорными пунктами обороны немцев в западной части Польши. Северо-западнее Будапешта наши войска завершили уничтожение блокированных в лесах разрозненных групп противника и взяли в плен 6650 солдат и офицеров противника. За 15 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 117 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 39 самолетов противника.